А потом будут узкие, да? Ну, вот это, которые должны быть. А потом, да, он сказал, что мы узкие сделать затруднительно, да? Одинаковые. А. Ну, попробуем. Что я хочу? Я вообще у него заказал параллельный спандер где-то 3,7 кг. Вот это правда, вот это дело. В смысле, он сразу в параллели стоит? То есть... Ты будешь сидеть? Нет, 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 конечно. Я просто спросил, ты будешь? Ну, давай попробуем. А. Чуть побольше. Так, я не склевал. Арен упаковывал. Беленький. Арен вообще, я когда вскрывал, я охренел. Я спандер внимательно посмотрел. Завернул 10 раз, наверное. Когда будет готов? Скажешь, да? Давайте сейчас попробуем. Ну, попробуем вот сейчас. Так, левел 2. Ага. Алексей Притула. Блин. Насечка супер, конечно, просто. Все, давай. Есть. Чуть-чуть уже сдвинулся. 5-3.